Друзья, всем привет! Приветствую вас на канале. Сегодня я вам показываю свой цепирус, папирус по-другому. В общем, вы видите, что он сохнет, но в середине он как бы зеленый. Это отсыхают старые растения. И так как меня не было 4 месяца, то, знаете, полив такой неравномерный, и у меня теплые полы, поэтому как бы он вот так вот и сохнет. Ему нужна большая влажность. Сейчас он как бы хорошо у меня залит. Вот. И сейчас просто-напросто буду его прорежать, удалять все вот эти вот сухие листья. И посмотрим, что останется у нас от этого. А вот этот, кстати, который слева стоит, это детки вот этого циперуса папируса. В прошлом году весной я их укоренила в воде и потом посадила, и они все лето стояли в тени, в такой укоренялись. Ну вот сейчас, по-моему, неплохо развивается, растет. Вот посаженный был вот с таких вот макушечек, только вот то, что они были зеленые. Вот. Ну, обрезаю прям. Некоторые сразу вот они вырываются, прям они уже, как говорится, отсохли. Вот. А некоторые состригу, которые вот, например, видите, вот это вот зеленая, ну, наполовину она как бы высохла, наполовину еще зеленая, но она уже все старая, она уже негодная, удаляем ее полностью. Ну вот все, друзья, конкретно я проредила, уже ничего не осталось. Да, конечно, маловато. Ну, в общем, какой здесь уход? Особого ухода за ним нету. Нужна только влажность воздуха. Влажность воздуха, чтобы здесь водичка была, желательно еще сюда в поддончик наливать вниз. Вот, а так за ним никакого особого ухода нет. Ну, вот за этим молоденьким тоже можно немножко, несколько этих. Здесь, в принципе, даже обрезать нечего. Несколько верхушек. Это вот те, которые вот укоренялись, но уже молоденькие растут. Ну и второй более-менее. Ну тоже видите, плети какие длинные. Конечно, опустил. Но здесь только 2-3 обрезать, а так с этим все нормально. Весь уход заключается в поливе и все. Увлажнение воздуха. Вот так. Коротенькое видео. Такое по циперусу, папирусу. Сейчас у нас конец февраля. Уже где-нибудь в апреле мы его уже вынесем и поставим в пруд. Прям в пруд я ставлю, и он вот так стоит. Прям вот в воде все залит и прям из воды торчит. Очень он любит. Поэтому сколько вы не лейте, он вам только спасибо скажет. На этом все, друзья. Пока-пока.